Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией, мой видео носит только информационный характер. Возвращаюсь я к боксу без вложений rotata4al.com. Значит, пришли мне денежки, друзья, все замечательно, бокс платит, перейдем на почту. Значит, сейчас я открою письмо. 4.95, 12.10. Так, и комментарии rotata4al.com. Также перейдем в кошелек. И дата операции. 12 октября, 15.55. Перевод выполнен. Сумма получения 4.95. Все замечательно. Все работает. И вот комментарий. Так, значит, ну, как работать я показывала. И вот сюда. Как бы сейчас зайду. Вот мне эта вкладочка теперь недоступна. Она доступна, когда есть минимальный вывод $5. Вот. Все. Зелененьким горит. Если мы ниже опустимся. Нет. Сейчас я вернусь на домашнюю страничку. И опустимся ниже, ниже, в самый низ. И вот здесь есть payment, как бы можно посмотреть вывод средств. Регламент вывода средств от 24 часов до 7 дней. Вот. Значит, вот уже в пидинге кто-то поставил. Здесь смотрите, и вот по $6 люди выводят $60. Значит, не обязательно по минималке как бы и выводить. Да? Значит, тут $51 кто-то вывел. $5, $5, $5, $7. $17 кто-то выводит. Вот и $10. Так что можно побольше уже тут заработать, как бы. И уже тогда ставить. Вот $15, $10. Опять $15. Еще вот $80. Вот, как бы. Ну что, кому интересно, пользуйтесь. Ну, неинтересно, проходим мимо. Мне писали в комментариях, что аккаунт у кого-то там заблокирован. Работать, друзья, надо честно. Если ваш провайдер меняет вам IP-адрес, обращайтесь к провайдеру. Я в комментарии под видео оставлю адрес электронной почты администрации. Если вам это поможет, возможно, можете написать, чтобы ваш аккаунт, ну, попросить, чтобы вы вас разблокировали, и описать ситуацию. Писать строго на английском языке. Если вы напишите на каком-то другом, ваше письмо проигнорируют. Используйте Google переводчик, отредактируйте, чтобы всю суть изложить. И, возможно, ваш аккаунт и разблокирует. А всем удачи, больших заработков, до новых встреч!